Здравствуйте, дамы и господа, с вами канал Жулия, и сегодня мне предстоит сделать вишню в собственном соку, а для этого мне нужно брать все косточки. Так, вот, друзья, вишня у меня вся без косточек, сейчас у меня стерилизуются баночки, и я буду их заполнять. Вот, друзья, баночки у меня готовы, и я заполняю. Как вы видите, что сахар я сюда не кладу, только ягоды. Так, баночки я заполнила, поставила в кастрюле, залила водой и вставлю на стерилизацию на 20 минут. Вот, друзья, у меня получилось 3 баночки. Видите, вишня дала сок, и получилась вишня в собственном соку. На этом я с вами прощаюсь, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте и будьте здоровы!